Ой-ой-ой, какой мостик. Сладкий. Здравствуйте, друзья, намаскар. Сегодня у нас 187-й фильм моего индийского видеоблога. Мы с Мишей в городе Вриндаване на севере Индии в штате Уттар-Прадеш. Вриндаван относится к Матхура-дистрикт, то есть по-нашему, по-русски, по-деревенски это будет Матхуриевский район. Соответственно, город Матхура, который находится здесь в 10 километрах от Вриндавана, это наш райцентр. Who are you? Абкесай. А похоже, смотри, какие одна морда. Только в разных воплощениях или что? А, красавцы. Далматинцы. Далматинцы. Вас тут 100-500 далматинцев во Вриндаване. 100-500 вриндаванских далматинцев. Смотрите, как бычок отталкивает соседних коров от кормушки. Типа, что это вы тут мой силос поедаете? Почти устранил своих конкурентов. Был бы уважаемым человеком, родись он в человеческом обличии у нас. Если вы впервые во Вриндаване, не знаете, где здесь пообедать, можете зайти вот в этот красный ресторан, вот этот справа. Там на первом этаже магазин сладостей, а на втором ресторанчик. Как ни странно, это для Индии, но во Вриндаване у вас может возникнуть проблема с вопросом, а где же поесть. Вриндаван – место довольно специфическое, и еда здесь, в отличие, например, от Дели, она завязана на время. Некоторые места могут вообще не работать в определенные часы, обычно это где-то с полудня и до 4 часов вечера. Поднимаемся вот сюда по лестнице на второй этаж, и там неплохой по индийским меркам ресторан. Он не очень дешевый, ну во Вриндаване все не очень дешево. Понятия не имею почему. Такая вот специфика, не очень дешево, ну хотя и не сказать, что очень дорого. В этом ресторане готовят вкусно, но не забудьте сказать «no spicy» при заказе, иначе есть будет невозможно, настолько все будет перченое. Здесь на улице что-то происходит, шествие с музыкой, с музыкантами, с барабанами, повозка с какими-то божествами. Сейчас эта процессия пройдет мимо нас, смотрите внимательно, там в толпе идут несколько человек нагабабы. Нагабабы – это отшельники саду, которые отказываются от всего, даже от одежды, они ходят голые. Сейчас, если вы внимательно будете смотреть на людей, которые здесь проходят на экране, то вы обязательно увидите этих монахов-отшельников саду. В отличие от фальшивых саду, которых очень много на улицах Индии, эти нагабабы саду настоящие. Вот они сейчас проходят в толпе. Для меня их встретить здесь было неожиданностью. Если бы я заранее знал, наверное, снял бы их получше. Купил здесь на Лой-базаре пару полок. Вот. Пару полок.
Буду собирать, сейчас придем. Гопали, гопали. Харе Кришна, Харе Рам. Харе Кришна, Харе Кришна. Не дают ничего сказать даже. Харе Кришна, Харе Бол. Вот здесь мне нравится лавочка с хорошей посудой металлической. Коровка покрашенная после поля. Кау, yes. This is. В общем, купил пару полок на кухню одну. И одну, наверное, так на стол себе, чтобы складывать что-то. Какие-нибудь гаджеты туда. Сейчас приду домой, буду собирать эти полки. А еще арбуз купил. Вот. Хочется арбуза. Так, это Лой Базар. И мне сейчас надо вернуться домой. Вот сюда. Поворот. Собака несет крысу в зубах. Видите? Крысу. Вообще, это дорога к храму Банки Бихари. Очень популярному среди индусов храм индуистскому. И здесь уже, недалеко до моего дома. От Банки Бихари. Вот он и сам храм. Вот он, храм Банки Бихари. Людей мало. Людей здесь сейчас мало, потому что храм закрыт в это время дня. И его моют. Здесь вот. Моют, чистят, подметают. Да. И вечером опять здесь будет паломничество, столпотворение. Огромный бык, чуть ли не с меня ростом. Собака лает на свинью. Вот эта классная полочка заняла свое место, пока что здесь на столе. Хранятся у меня в ней все гаджеты, мне удобно. Полочка показала мне наглядно, сколько же у меня всякого разного электронного хлама. Кстати, вот они, недавно купленные в Дели наушники Bluetooth. Оказалось, что эти наушники один из наиболее используемых у меня гаджетов. Брожу в них по Индии и слушаю аудиокниги. А это моя мобильная видеостудия, в которой я монтирую те фильмы, которые вы смотрите. Для видеомонтажа наушники я использую вот эти Sony. Фишка этих наушников в том, что они очень большие и уши туда помещаются целиком, то есть наушные раковины они не давят совершенно. И в этих наушниках можно сидеть часами. Они очень легкие и вы просто забываете, что вы в наушниках. Это мои огромные электронные часы, которые я купил себе на память в любимой гакарне.
мой голос, который вы слышите, я записываю вот в этот аудиорекордер, который называется Zoom H1. Он же и является внешней USB звуковой картой. В него подключаются также и наушники. Вот такая сравнительно простая мобильная монтажка на базе компьютера Acer. Кто-то спрашивал про конфигурацию. Здесь 12 гигабайт АЗУ, системный диск SSD на 120 гигабайт и дополнительный жесткий диск для видеофайлов на 2 терабайта. Процессор у него Intel i5. Вторую полочку, которая поменьше и подешевле, я поставил на кухонный столик себе. Первая полка, которая побольше и покруче, стоит 600 рупий, а вот эта маленькая розовая полочка стоит 200. Это здесь в столовке я заказал себе ласи, индийский свежеизготовленный сладкий йогурт. Здесь вот такая фишка во Вриндаване, подавать ласи и чай вот в таких керамических одноразовых стаканах. Все, пошли? Да, вот корчи рожи. Ай. Ай. Экран здесь классный повесили, наш рамен этот. Повесили вот такой классный экран. Он даже работает как светильник здесь, да, Миша? Освещает всех этих саду под этим классным экраном. Какой рюкзачок хороший. Маленький вот этот. Девчонка чем-то побежала. Ты умный. Ну теперь ты благословлен. Ага, и такая сразу. 10 рупис. Ага. Это гуляй, Вася. Говинда Бологари Гопалагор. Миша ходит у всех уличных торговцев едой, спрашивает, есть ли у вас момо. Конечно же, на улице во Вриндаване момошек вы не найдете. Это вам не Дели. Сейчас вечер, открыт храм Банки Бихари Темпл. Это очень исключительно популярный среди индусов храм здесь во Вриндаване. Один из самых популярных. И здесь вот такое столпотворение, именно потому, что он сейчас открыт. Мы сейчас пытаемся пройти мимо этого храма, лавируя в толпе индусов. Именно индусов, да, не индийцев, а именно индусов, потому что сюда приходят исключительно индусы, те, кто исповедует индуизм. Сейчас Банки Бихари Мандир находится справа от нас. Там столько народу, что мы даже и не пытаемся зайти вовнутрь. Внутри храма живет знаменитое божество Банки Бихари, которое есть на самом деле Кришна. Шри Банки Бихари – это одно из множества его имен. Банки переводится как «изогнутый в трех местах», а Бихари означает «верховный наслаждающийся». Храм довольно старый, он был построен в 1864 году человеком по имени Свами Харидас. Рассказывают, что божество Банки Бихари было обнаружено в Нидхиване где-то в 17 веке. Банки Бихари доставили в храм, когда тот был построен в 1864 году. Поначалу служение в храме проводилось только для одного Банки Бихари, но позже добавили небольшое божество Радхарани, супруги Кришны.
Божества в этом храме спят долго, они не просыпаются до 9 утра, так как есть поверье, что Банки Бихари развлекается до очень позднего времени. В этом храме Мангала Арати проводится всего лишь один раз в год на Джанмаштами. Лотосные стопы божества можно увидеть лишь раз в году на Акшья Тритью, на третий день светлой половины месяца Вайшакха, апрель-май. Во время фестиваля Холи, пяти последних дней месяца Пхальгуна, Банки Бихари сходит со своего алтаря, и каждый может лицезреть его в полном обличии. Только в это время его можно увидеть вместе с четырьмя гопи. Говорят, что если долго смотреть в бриллиантовые глаза Банки Бихари, то он сделает человека неосознающим. Также говорят, что Банки Бихари не нравится звук колокольчиков и раковины, так что вы никогда не услышите их в этом храме. Ой-ой-ой, какой, смотри. Такой подошел и сожрал вилок капусты. И дальше пошел. Здесь он блины. Здесь блины жарят, видишь? Я вот хочу. Вот такие вот эти. Алютики называются. Вон, видишь, украла очки. Вот она, вот она. Вон, она прыгнула на тетю, украла очки. Вот сучка. Вон, вон она. Ты посмотри. Видишь? Ага. И сидит, вымогает. Надо ей сказать что-то. Да она знает без тебя. Вон она. Она специально сидит внизу, вот так на дороге, сбоку, на обочине. Сидит и поджидает, караулит, когда кто-то в очках пойдет. И вот я видел прямо, как она, эта тетя. Только она вышла с рикши, эта тетя. Или она садится туда, в общем, около рикши она стояла. Эта тетя. И обезьяна сбоку, прыг, хватит и забирает очки. Все, и наверх. Попал на камень. Дорога, конечно, тут. Ага. Застрял же. Застрял, как передним колесом он застрял. Ага. Вот здесь кафешка есть рядом. Неплохая. Даже пицца тут есть. Только поменьше. Но тут не меньше товара, чем в том большом. Какие красивые, раз. Да. Надо себе купить комнату красивую. Так, да, и тебе будет подсвечено все. Только рождественское. Ага. С такими еще наверху. Кусты такие. Вообще такие. Что он там видит у нее? Он сидит там, ничего не видит практически. Ну да. О, нифига я уделся. Ёксель-мокся.
Так, Миша дома или нет, интересно. Замок висит, значит, Миши нет дома. Это Мишин персональный вход в дом. А я хочу пойти пообедать в одно маленькое кафе недалеко от храма Шахаджи. А вот так здесь местные деревенские жители очень интересно сушат одежду. По-моему, выглядит очень красиво, разноцветно и необычно. Чтобы дойти до этого ресторанчика около храма, нужно свернуть с парикрамной дороги вот в эту узкую улочку. Пройдя по лабиринту узких улиц, мы попадаем на небольшую площадь в преддверии храма Шахаджи. Вот эти ступеньки как раз ведут к храму. Поднимаемся по ступенькам, и здесь, вот слева, мы видим эту кафешку. Довольно уютное и недорогое место во Вриндаване. Советую всем. Можно сидеть, есть какое-нибудь индийское блюдо и наблюдать отсюда, как обезьяны воруют что-нибудь у приезжих индийцев. Вот такое типичное индийское блюдо из риса, лепешек, овощей и похлебки из бобовых называется тали и стоит здесь 60 рупий, меньше 1 доллара. Сначала здесь 2 лепешки, чуть позже мне принесут еще 2, их сейчас как раз жарят в это время. Этого тали мне более чем достаточно, чтобы пообедать. Чаще всего вторую порцию лепешек я просто забираю с собой и на улице отдаю каким-нибудь зверушкам, собакам, коровам или обезьянам. Просто потому, что 4 лепешки мне много. Смотрите, обезьяна опять что-то у кого-то украла. Последнее время здесь это происходит все чаще и чаще. Люди пытаются заполучить назад свою вещь, бросив обезьяне что-то съедобное, чаще всего небольшую пачку печенья. В большинстве случаев обезьяна возвращает частично поврежденную вещь, это может быть очки, бумажник или кепка, или еще что-нибудь. Но если обезьяна ничего не получит взамен, она вам ничего не вернет. Конечно же, индийцы сами виноваты, что так происходит, они сами приучили обезьян к этому, поощряя их поведение. Например, если бы после того, как обезьяна что-то украла, ее бы застрелили из ружья, то больше другие обезьяны уже этим бы не занимались. А так вместо наказания им дают что-нибудь вкусненько. Всему виной, конечно же, индийская доброта. Индийцы порой хитроватые, порой ленивые, мусорят на улице, все это так. Но самое главное, друзья, индийцы очень добрые люди. Я имею в виду статистическое большинство. Конечно же, в такой стране, где более миллиарда населения, есть всякие люди. Но вряд ли кому-нибудь из них придет в голову взять ружье и застрелить обезьяну за то, что та украла у него очки. А вот мне пришло это в голову. Все-таки, конечно, я не такой добрый, как индийцы, к сожалению. И вот этим и отличаются наши цивилизации. Смотрите, коровы едят из кормушки, а в кормушке бегают маленькие поросята. На этом, к сожалению, сегодня все, друзья. Завтра, а я стараюсь сейчас выкладывать видео каждый день, иногда это не получается, но в основном получается. Завтра мы с вами продолжим знакомиться с Вриндаваном. Мы с Мишей пойдем парикраму, то есть вокруг Вриндавана по парикрамной дороге, такой круг почета. Парикрама – это процесс обхода чего-то священного по кругу. Это может быть храм или священное дерево, или вот целый город, так как здесь в случае с Вриндаваном. Напомню, что вы можете подписаться на канал India Magic TV, чтобы получать оповещения о выходе новых фильмов. А также, если мои видео вам нравятся, пожалуйста, поделитесь ссылками на них в ваших социальных сетях. Это поможет развитию канала. До свидания, друзья. Намасте.